23 июня на чемпионате мира по футболу 2014 в Бразилии на стадионе Сан-Паулу состоится матч сборной Голландии и Чили. После сыгранных матчей второго тура поединок между голландцами и чилийцами глобальной турнирной интриги уже не несет. В 1/8 финала сыграют как одни, так и другие. Цена вопроса только в том, кто с кем сыграет в плей-офф. В прямом эфире матч будет транслироваться на Первом канале и канале Спорт-1. Начало в 20:00 по московскому времени. Украинские болельщики увидят игру на Первом национальном и канале Футбол в 19:00.